Привет, с вами Ангелина, и сегодня я снимаю видеообзор на конкурс «Купи ребенку». Сегодня буду снимать видеообзор на игрушку Чампикс. Это наполовину заяц, наполовину кролик. Чампикса хозяйка – это из Ever After High Купидон. Вот Чампикса анкета. Тут горошек и сердечки, часики, и внизу приклеен бисер. Надпись слов. Конечно, Чампикс постарался и наклеил посередине свое имя. Давайте прочитаем анкету. Имя: мистер Чампикс, порода: чумачечий кроль-заяц. Способности: он умеет влюблять своим взглядом, он издает странные звуки домоподобия таких: чам-чам, члёк-члёк. Он может прыгать на ушах. Давайте-ка прочитаем от лица Чампикса. Меня зовут мистер Чампикс. Мою хозяйку зовут Купидон. Я люблю себя представлять суперменом. Мне нравится клубника и я люблю горошек. Я бужу свою хозяйку ушками. Мне нравятся сердечки. Я буду рад познакомиться с мистером Стрэнджем. Он так любит сердечки, что он поставил точки, восклицательные знаки сердечками. Вот так. Чампикс из страны валентинок. Такая у него милая мордашка. Он сделан из полотенца, у него личико вышито нитками, набит синтепоном, и у него сзади есть хвостик, сердечко. И у него, можно сказать, как бантик, сделан из ниток. Когда я его шила, самый сложный момент было, когда надо было его выворачивать. Вот эти всякие изгибы, это очень было трудно. У Чампикса нет рук, но зато он может двигать своими ушками. Чампикс очень любит свою хозяйку. Он помогает ей. И как написано было на анкете, он будет ее своими ушками. А, кстати, вот у него на голове блестки. Когда он сыпал на анкету блестки, то он так рассыпал полублески, что у него попали ему на голову. Я в таких конкурсах участвую только в первый раз. Я буду очень рада даже занять 3-е место. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я передаю свой пламенный привет Купи ребенку. Привет! Ну всем пока! С вами была Ангелина. Няшки!